Друзья, всем привет! С наступающим вас Новым годом поздравляю! Желаю всего самого лучшего, чтобы у вас все получилось в этом году, чтобы никто не болел, чтобы было все хорошо. Я подготовил вам ролик, все, что было в этом году, что мы покупали, какие машины у нас были, какой был сафарь, какой мы его купили, какой он стал, то есть как мы его подготовили и так далее. Какие у нас покатушки были. Еще раз поздравляю всех с наступающим Новым годом. Желаю крепкого здоровья, счастья и чтобы у вас все получилось в новом году. Давайте посмотрим. Потихоньку покачай. Вообще, во! Друзья, ну Дастер-то может, все равно может. Разгон берет. Фига себе! Вообще много проехал. Крепко сидит. Даже Волга весит 3 тонны. Сложно взять. Никита пробует. Подсел. Там наст. О, жестко. Все колесо ушло. Волга тоже подсел тут. Он вообще поперся, левее взял, а тут вообще он, все колесо ушло. А колесо, я напомню, 96 сантиметров. Метр, короче. Вранглер будет пробовать Волгу вытаскивать. Других вариантов нет. Давай! Поперли! Ну, друзья, походу будет очень сложно. Сейчас еще раз давай! Пошла, родимая. Так, друзья, всем привет. Сегодня мне предложили обмен на BMW X5. Трехлитровая бензинка там. Не знаю, там, короче, рядная шестерка там стоит. Предлагают доплатить нормально такую сумму хорошую. Так что мы не стали отказываться, будем меняться. Продолжение следует. Вот я, наверное, в последний раз сижу в Мерседесе в этом. Скоро BMW приедет. И поменяемся. И BMW поедет. На оффроуд. Так, друзья, вот я в BMW. Все, сделка произведена. BMW теперь X5 у нас. Снега, в принципе, много, но не настолько. Не столько, сколько там по полям или в лесу. Просто интересно посмотреть, на что она способна в небольшом снегу. В принципе, идет достойно.
Сейчас здесь пробьем дорожку. А, наверное, не пробьем, там дальше переметы. Попробуем еще где-нибудь катануть. Может, какую-нибудь горочку найдем. Сзади полностью это, блокировка как работает, два по очереди. Смотри, там Никита, много снега, давай туда пройдем. Ну, в принципе, нормально утюжит. Сейчас здесь барханчик, наверное, по пояс. Здесь не поедем. Здесь, походу, трактор, когда толкал, вот до сюда толкнул и остановился. Так что вот здесь пухлячок кончается. Здесь это твердое место. Такой козел. Все, походу, приехали. Ну что, друзья, как вы все уже давно знаете, что мы очень любим такие машины, как Патрол, Сафари, Крузак с правильными моторами. И сегодня поступило предложение поменять наш X5 BMW на Nissan Safari с мотором 4.2. Не переключаемся, смотрим. ZD42 с правильным дизельным мотором. Да. Такой, который у нас как-то раньше был. У нас был Патрол. Патрол. Это сегодня едем меняться на Сафари. Давайте, друзья, не переключаемся, продолжение следует. Смотрим. Друзья, ну что, обмен произведен. Вот такой теперь у нас Nissan Safari. Поменялись мы на BMW. Как я и говорил, поступило предложение поменяться. Мы посмотрели его, машина нам понравилась. Произвели обмен. Вот такой вот боевой теперь у нас Nissan Safari. Высокая крыша. Машина, в принципе, в хорошем состоянии. Патрулевские мосты уже от 61-го стоят. Патруля. Ну потом снимем обзор, посмотрим. Тормоза дисковые на все четыре колеса. Тормоза хорошо прям работают. Обычно у патрулей там сзади барабаны фарей. Но напомню, что у нас здесь уже мосты стоят от 61-го патруля. Они уже доработаны. На Волге же от 60-го Сафари. Снижение раздатки просто невероятно. Мотор очень тяговит. И сегодня мы хотим показать вам противостояние двух прям
японских надежных внедорожников, титанов того времени. Это будет у нас Nissan Safari 92 года и Toyota Land Cruiser 80 91 года. Просто дал ключи, говорит, на, заводи. Сколько ты не заводил, Колева? Блядь, да сколько, неделю, две, наверное, стоит, полмесяца. Мне кажется, больше. Аккумулятор вон он. Подожди, аккумулятора сейчас нет здесь? Нет. Как, центральный замок сработал? А он на одном работает. Хоть левый, хоть правый снимает. Сейчас не заведется? Нет, аккумулятор нам ставит. Фу, блядь! Блин, нахуй! Ты его выпустил! Бери его нахуй! Нахуй, блядь! У Коляна тут целый автопарк, и зелы, и газики, и УАЗики, и еще 80-очка. Я только, блядь, солярку в него заливаю, нахуй, а ездить. Хватит материться на камеру! Ездить не лезет. Не снимай меня. А что? Что значит не снимай, блядь? Волк, ну, ты что? Тебя смотрят, тебя народ любит. Да, ты это... Народный герой, блядь. Народный герой, да. Шуба уже, наверное, уже не пригодится. Коль! Уже убирай шубу. Ты что? А зачем у тебя? Что, драгана не было? Полную. Ничего, он полный. А что, протереть не надо, что ли? Ну, а что такое грязное? Вот F, видишь? Так оно сразу чернеет. Ну, у меня тоже. Работает. Оно прирабатывается, говорят, это. Сразу чип. Ну, оно не, блядь, ну не сильно. Запускаем мотор? Да, запускаем. Там пробега, ну, 3000 я, может, прошел на это, на новом масле, конечно. Так, запускаем. Грей несколько раз. 80-очку. Я понял. Там увидишь. Сейчас посмотрим, как оно заведется. Вот ключи зажигания, вот он. А у тебя подсос механическое рычажное? Колян, ты как думаешь, обидишь меня? Да я вообще ничего не думаю. Ну вообще ничего не думаешь? Ты же обычно говоришь, что мы ездить не умеем. Где еще? Где? Запускаем. Разочек. Ну, три раза. Четвертый. Ну все, пробую. Запускай. О! Вот так вот. Вот так вот он заводит. Вот так вот 80-ка заводится. Вообще никакого, вообще никакого дыма, пробиваемся вот сюда в горочку, вообще целик. Ничего топчет, да? Два крутятся сзади, да? ЛСД блокировка работает. Красиво, красиво, Серега. И сегодняшний день мы посвятим покупке нового автомобиля, опять же. Решил я пересесть на более брутальный внедорожник. А какой он, вы посмотрите в сегодняшней серии. Продолжение следует. Итак, друзья, вот мы приехали покупать. Ну, Никита себе патрол покупает. Да, да, нормально. Гниль уберете, и как раз заебись будет. А бля, я поэтому это специально, чтобы гниль обрезать. Теперь мы, короче, конкретные патрулисты. Не
переключаемся, смотрим. Сейчас поедем по снежку маленько, еще прокатимся до дома, доедем. Так, друзья, вот Никита впереди едет. Так он сзади смотрится. У него установлен лифт 4 дюйма и 35 колес сейчас. Он нам еще дополнительно 37 колеса отдал, но мы их купили у него. Итак, друзья, ну что, вот теперь такая вот у меня машина будет. Пишите комментарии вообще, как вы относитесь к подобным автомобилям. Так, ну вот нам что отдали, да? Да. Ну, резину мы купили дополнительно. Да, резина будет на нем стоять 37-я. Вот такая вот BF Godrich. Сейчас стоят 35-е колеса Yokohama Geolander. Ну, будет 37-я. То есть разница, ну, нормально. Ну, она накачается еще. Да, ну, хорошая разница. Прям. Я себе тоже буду 37-ю покупать. Ну, или 35-ю, да? Ну, да, посмотрим там сейчас, как с лифтом определимся. Да, они встанут вообще 37-ю. Ну, вот нам запчасти, вот он еще отдал тут какие-то. Тут чулок моста, мало ли пригодится все равно. Итак, друзья, у нас скоро выйдет серия. Мы забрали раму патруля с двигателем ТБ-45. И не знаю пока еще, даже не знаем, что с ним делать пока. Возможно, это будет какой-то новый проект. Было в планах забрать мосты. Мостов оказалось, что их нету, их продали. Но вот мы забираем патрол. Он нам много запчастей пообещал, вот отдает запчасти. Мы залазим в багажник и видим, что у нас есть просто чулок моста и редуктора. Да, и получается клюшки, то что нам надо. И это уже... То есть, смотрите, у нас проекты, да? Сафарь, патрол. Волга у нас Safari, проекты Safari. И еще один. Это Nissan Safari. Да. Патрол. Ну да, получается у нас один патрол и три Сафаря. Да. И возможно какой-то может проект будет собираться. Ну. Ну мы... вот эти машины мы взяли для экспедиции. Да, что-то мы просто много уже себя нагрузили всякими разными автомобилями. И, наверное, все-таки сейчас поэтапно что-то начнем снимать. Там, может, к Запорожцу вернемся, может, что-то еще займемся. Так что, да. Друзья, смотри нас, не переключаемся. Подписываемся на канал, дальше будет интересней. Марш готов! Раз, два, три! Пошел! Три! Хорош! Что, Макс, ты снимаешь? Раз! Два! Три! Я вообще не виноват. Я очень не виноват. Ты чё? Макс, прямо там! Друзья, с 1 мая. Счастья, здоровья. Поедем покорять тайгу. Так, друзья, ну что, выезжаем. Погнали. Машин очень много будет сегодня разных. Смотрим. Ставим лайки, подписываемся на канал. Да ебаный в рот. Походу сели. Ватнулся. Там в воде все. Фига мулька, да?
Погоди, тут Нива. Переворот идет. Стой, 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 направо, направо колеса, налево, налево колеса, давай. Давай, давай. Налево выкручивай, налево. Давай, давай. Назад, назад, налево, давай. Чуть-чуть. Сюда давай. Хороший был бы кадр, да? А ты не снимаешь? Снимаю. Да, назад. Пацаны, налево, назад. Нет, только вперед. Давай вперед. Что, подожди, пацаны, стой. Ебали, пускай патриот уедет. Паш, давай потихоньку нахрен. Давай, колеса не крути. Вот так молодец, давай еще. Давай, 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 еще. Давай, давай, рулем вправо, вправо, вправо. Стоп, 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 молодец, стоп, стоп. Молодец, все. Ебать, вот так мало. Нифига себе. Подожди ты! Банда подъехала. Лёх, левее попробуй, левее, левее! Левее, блядь, левее! А сегодня лифт-комплект пришел на сафари. Сейчас поеду забирать. И, короче, будем устанавливать. Завтра, наверное, заедем на СТО. Все посмотрим, что там надо будет еще. Короче, смотрите, не переключаемся. Итак, друзья, вот такой лифт-комплект пришел на сафари. Это 4 дюйма. Итак, друзья, лифт-комплект установили. Прокатился сейчас. Ну, машина мягкая. В принципе, я думал, жесткая будет. Нет, нормально все. Колесики, диски загрузили. Все, едем бортоваться. Сейчас сафари.
фарь станет. Офигенные колеса. Пошла жара. Итак, друзья, проверяем ходы подвески после лифта на Nissan Safari. Вот первая диагоналка, все колесо уперлось. То есть 37-е колеса с лифтом 10 сантиметров все-таки нуждаются в том, чтобы резать арки. Передние арки подрезаны. Но это пока просто пробно, чтобы ездить. Далее будет все резаться грамотно, загибаться и ставиться расширители будут. Здесь-то еще диагоналка не сильная, да, Игорь? Ну нет, хорошая. Смотри, колесо вывесилось. Ну да. Ну еще ходы есть. То есть еще можно сильнее. Ну вот встань рядом, чтобы понимание было, как вывешивается. Офига себе. Ну. Полметра. Больше даже. Ну все, поехали вперед. Стой. Давай назад. Давай назад. Не, это жопа, это резать надо. Итак, друзья, приехали мы в поселок Трудоармейский. Первый раз мы здесь находимся, вообще не понимаю, где. Так вот все дело выглядит. Вон там какое-то красивое поместье, там лебеди плавают. Вот осталось нам 400 метров доехать, сейчас вы увидите ту технику, которую мы хотим. Напомню, Т-40 АМ тракторочек. Едем по асфальту сейчас, по асфальту. Ну вот, скажем, 100 метров осталось. Вон он стоит. Ну, смотрите, как же так, что завести сейчас попробуем. Я недавно поставил просто крепко. Лопатой уперся. С него побежало. Сцепление, блядь, воды. Итак, друзья, ну что, первый тест успешно пройден, только я оглох, я не слышу ни хрена. Походу, этот трактор глухонемой придумывал. Друзья, извиняемся за качество съемки, но погода просто жесть. Дождь идет жестко. Ну, мне маленько не хватило. О, бампер сломал. Oh,
шахте. Да? Пройдет! Давай назад! Выйдет, выйдет! Огня! Никита, надо было левее взять, ты бы зацепился бы. Быстрее бы зацепил. Туда! Не, у него не динамик. Он даже его не чувствует. Он на холостых, что ли, едет, блядь. Красавчик! Не, это бесполезно. Вторую потихоньку, потихоньку. Да ну ты. Огне! Все. Огне, блядь! Это вообще контент. Давай. Эй, что, давай назад, а? Вот иди, а. Тебе это должен легко ехать. Это. Ой, красиво! Ебать. А лопата есть у кого? Есть только под мост только, да? Дам крась. Я подойду, это вытащу. Можно сказать, джеком а лучше сесть. А вот квадриком дернуть. Так, Антон. Антон Траволта пошел снимать видео, блядь. Как поднимает его машинку бедненькую, сладенькую, миленькую, блядь. А у тебя шестерка оранжевая была? Или рыжая? Я же говорю, охра золотистая. Ты что, снимаешь, что ли, что? Да. Водичка пошла! Ёба! Просто хлещет вода! Все, ребята, я потонул тут. Тепленько пошла. Стой, 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 стой! Да он все, потонул. Че, ты здесь проедешь? Антон! 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 Че, ты тут все, застрял? Стой! Стой, 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 стой! Хотели здесь посидеть, сейчас мы все будем, значит, своим этим маслом, ну, хрена мы там.
Ну извините, мы так не хотели. Что делать? Антон, сзади моя сумка со всеми делами. Что, надо звонить кому-то, пускай едет, за Волгой ехать или за патрулем. Ты, он плывет. Че, плывня? А мы. Так, ну а что делать-то, блядь? Стой, 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 стой! Че? Сафарику топ. Нормально, не страшно. Камера, камера. Камера, камера, где? Давай, 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 давай. Держи. Все, держу. А что, топит? Здесь что, глубоко, что ли? А что здесь глубоко? Как так-то? Что, двери открываем? Антоха. Да-да-да-да. Смотри, телефон и телефон. Хотели, нахуй. Ну ты все заглушил же? Да-да-да. Все. Ну и все, поехали за другим сафариком. Лягушки. Ты сам сюда захотел, блядь. Ё-моё, там документы. Антон, а? Сзади моя сумка со всеми. Не-не, я взял, у меня документы утопились, блядь. Да, нормально приехали. Звонить кому-то, пускай едет. Срочно выходим. Мои там не переверни ничего. У меня замок не закрывается там. У тебя там что, бумажки, так. Документы. Документы все вроде там. Все там. Вот это мы приехали, пацаны. Сафаря утопили вообще. Давай перезвоним. Что там, блядь? Никитор, закрывайся. По электрике сюда. Закрывайся, не плачь. Да. Его из воды достали. Да, синий, да, это уже достали, значит, его. Одного. А вон там второй. Смотри, пошел, пошел, пошел. Воу, да, все. Вода. Давай еще. Смотри, за хуя. Огонь. Так, друзья, мы Запорожец продали, и вот мы новую жертву купили.
руби рулит. Сам знаешь. Друзья, отправляемся мы в Хакасию на Шыру, поедем через Междуреченск. Дорога будет интересная, через Артон поедем, не по асфальту поедем. Друзья, нам попались крузачки. Вот поворот на Аскиз пошел. Все желающие и нежелающие водители, поздравляю всех с сегодняшним праздником, День водителя. Желаю всем здоровья, счастья, благополучия. Ну а у нас по традиции покатушки на День водителя. Все, погнали. Погнали. Сегодня без переворотов, надеюсь, да? Это он сказал? Воробелю давать не надо выпить. Такая, друзья, банда у нас. Серега,
подергай. Блять, небо и земля. А у тебя? Все работает? Поехали! Итак, давай полностью назад, назад полностью, назад прям. Все. Все. Я там что, живой? Нормальный статус. Эрпита, рулик. Да? Да, какой-то Антон. Алексей! Я с тобой даже не здоровался. Здоровый. Здоровый. Один раз проехал. Всем привет! Ехал, ехал и проехал. Ни хрена народу сегодня. Хули 1 мая, только же нахуй. Спорим. Макс, не спорь, проспоришь. Разбей. Спорим. Подожди. На что спорим? Давай это. Подожди. Рубль не отдашь. Давай, давай поспорим. Рубль отдашь. На крузак давай поспорим. На крузак. Нет. На сотку крузака. Давайте на крузак, а я если что заберу. Подожди, в чем спорт, что он хочет? Что, ебать, гуневанили нахуй? Мы друг друга потеряли, ебать. Да? Я, короче, оплатил братва, все. Братва, подписывай. Я знаю. Рубашку переведи. Убирай машины. Что, закинь, отъезжай. Убирай машины. Не-не, он сейчас быстро дойдет. Ниву убирать. Бросай нахуй. Квадрик убирай. Не-не, пацаны, надо тушить. Тушить эту хуйню надо. Она сейчас вся загорит и все поле взять. Пацаны! Надо тушить. Я ваш рот ебал, блядь, сука, блядь. Колбаса сгорела, нахуй. А ты пропустил? Да, вот эту хуйню, да. Повтори. Надо тушить, это все поле сгорит, нахуй. Серег. Патрол по сугробам пошел. Извиняюсь, сафари.
Хорош! Что-то у нас 80-ка тоже, походу, подсела. Вперед тоже не идет, Андрюк. Ну вы что, ребята? Звони Бекке. Так, нам на подмогу 105-ка едет. Мы тут вот сидим. Уже, наверное, час. Блин, там тоже жестко, жестко, жестко. Но. Не надо застревать. Все. Ступятка в деле, пацаны. Подписываемся на канал. Вообще уперся жестко. Жестко, да? Но. Все, поддергивать надо по-любому. Я не делаю на перес. Надо вот здесь убрать. Потерки же посмотрите. Подплодом, плохо, блядь. А что ты включил? Он даже не завел ее. Потому что. Какие ваши комментарии да будут? Да ну нахуй, сука, что надо? Ой, извиняюсь. Шли на сафаря ништяки. Сейчас распечатаю, покажу вам. Так, распаковал. Что мы имеем? Компрессор, две блокировки перед-зад. И главные пары. Все блоки! Все заблокированы. Жесть вообще. Так что, друзья, рекомендую поставить жесткие пневматические блокировки. Вообще вещь. Да нет, пиздик, хорошо идем, кучно. Смотри, еще моя колея осталась. Как я спускался. Смотри, там перемет.